Здравствуйте, с вами Мишаня, и как вы уже поняли по названию ролика, перед вами обзор нашего бюджетного проекта «Дом площадью 60 квадратных метров». Стоимость озвучу в конце ролика. Данный дом расположен в жилом комплексе «Встречный» в поселок Стрелка Темрюкского района. Планировка дома включает в себя кухню-гостиную в 21 квадратных метров, санузел в 4,5 квадратных метров и две спальни в 11,5 и 10,5 квадратных метров. Комнаты небольшие, но при грамотной расстановке мебели будет очень комфортно и уютно. Все проекты «Стройгарант Анапа» имеют террасу. В данном доме она 20 квадратных метров. По желанию клиента мы можем ее остеклить. Данный дом расположен на участке 5 соток. За счет небольшой площади дома на участке остается достаточно места для дополнительных построек. Можно, например, организовать мангальную зону или поставить бассейн. А я напомню, что все объекты «Стройгарант Анапа» подходят под любые виды ипотеки. Компания предоставляет полный пакет документов. Итак, стоимость данного дома в чистовой отделке с учетом стоимости участка 5 соток на сегодняшний день составляет 5 495 тысяч рублей. Но если вы уже позвонили в этом месяце, то мы дарим нашим клиентам скидку 5% на любой дом. К примеру, данный дом с учетом скидки будет стоить 5 миллионов 220 тысяч рублей. То есть сумма скидки составляет 274 750 рублей. А за более подробной информацией о стоимости проектов и актуальную информацию о готовых объектах в продаже вы сможете узнать у нашего менеджера по горячей линии, которую вы видите на экране. И на этом все. С вами был Мишаня. Подписывайтесь на наш канал и смотрите новые выпуски.